Борао красный, выращен из семян, у которых срок годности истек уже два раза. Ну, два года. Ну, так получилось. Купила пакет, не посмотрела. Суть от этого не меняется. Посадила один куст экспериментально в теплице. Даю ему расти, как ему вздумается. Ну и он мне платит красивыми плодами, замечательными гроздями. То есть, в принципе, куст пригоден для выращивания как в закрытом, так и в открытом грунте. В открытом грунте я сейчас вам тоже его обязательно покажу. Вот деборао красный в открытом грунте растет у меня на шпалере. Ну, его приходится ограничивать, иначе он может вырасти больше 3 метров в высоту. Очень урожайный сорт. Помидорки очень красивые, вытянутые формы, сливовидные. Толстокорые, сочные, вкусные. Ну, практически не подвергается никаким болезням, по крайней мере, в этом сезоне. Я вообще к нему без претензий. Растет он себе и растет. Замечательный сорт деборао красный. Рекомендую новичкам и людям, которые приезжают на дачу не слишком часто. Ну, для засолки отличный выбор.